Фестиваль Уссурийской тайги, приуроченный к Международному дню тигра, отпраздновали в Уссурийске. На центральной площади города для жителей и гостей была организована насыщенная программа, рассчитанная на участников всех возрастов. Игры, мастер-классы, танцевальный флешмоб, семейный забег и концерт кавер-группы. Изюминкой праздника стало тигринное шествие, перед началом которого по площади со звериным рыком проехала колонна стилизованных байкеров. После них проследовали самые маленькие уссурийцы, креативно представляя свои детские сады и школы. Вместе с приморцами в праздничном шествии прошел Олег Кожемяка. Именно этот зверь является символом нашего края. И президент нашей страны Владимир Владимирович Путин сказал, что этот праздник объединяет всех, кто восхищается этим прекрасным полосатым хищником. Всех, кто любит и оберегает природу. Всех, кто создает будущее для наших детей, сохраняя и приумножая нашу красивую Уссурийскую тайгу, мировую природу, где этот полосатый хищник является символом, олицетворением силы и красоты. Радует то, что именно Уссурийск, и я благодарен уссурийцам, мэру города Уссурийска за этот великолепный фестиваль, который сегодня проходит здесь, объединяет множество детей, которые с измальства учатся экологической повестке, любви к природе. Безусловно, они будут продолжать ее беречь, чтобы оставалось потомкам, тем, кто бы мог видеть и тигра, и леопарда вживую. На празднике был анонсирован еще один фестиваль – первые семейные уссурийские игры, которые пройдут 8 сентября. Главная цель мероприятия – популяризация семейных ценностей. Сегодня мы видим множество молодых семей, многодетных семей, которые своим участием в спортивных состязаниях заряжают здоровьем, хорошим настроением своих соседей, детей, занимаются здоровым образом жизни. И, безусловно, для нас очень важно, чтобы как можно было больше семей, в том числе и многодетных. Сегодня государство и правительство Приморского края делают все, чтобы поддержать такие семьи. В общей сложности в тигринном параде приняли участие более 1500 человек. Всего же фестиваль «Тигра» собрал более 5000 человек. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.